В женской консультации городской больницы появился новый аппарат для ультразвуковой диагностики. Высокотехнологичное оборудование приобретено за счет средств окружного бюджета. Современный УЗИ-сканер экспертного класса расширяет возможности диагностической медицины, позволяя проводить исследования с высокой точностью и информативностью. Аппарат применяется в акушерстве и гинекологии для эхокардиографии, обследования внутренних органов и щитовидной железы. Достоинства нового оборудования уже оценили специалисты женской консультации. Картинка другая, все более контрастнее, что можно, у нас есть моменты, когда очень мелкие детали, они нас очень волнуют в этом плане. Не на всех аппаратах они вот так четко, изображают, что можно было выявить какую-то патологию, особенно внутриполостную, либо патологию плода. Для нас на данный момент важна именно патология первого скрининга. Запись на ультразвуковое исследование осуществляется по назначению врача-акушера-гинеколога. По словам специалистов женской консультации, УЗИ-сканер очень востребован. Ежедневно врач обследует более двух десятков пациенток.